С вами Артем Шмельков на представлении очередного 28-го тура. Это не значит, что я потерял свою страсть. Я не думаю, что нужно помнить то, что было сказано раньше. Он маленький человек с очень слабым профайлом. Это меня оскорбило, и я ответил, это действительно было больно. Он использовал очень серьезные слова. Я такие вещи не забываю. Да, обмен репликами по ходу нынешнего сезона после предыдущей встречи этих команд, которая завершилась со счетом 1-0 в пользу Челси. Все это, конечно же, выходит на первый план в плане противостояния Челси и Манчестер Юнайтед снова. Но как убрать вот эту драму, завязанную на словах? Ну и вот Антонио Конте немножко сглаживает углы. Я не хотел бы на эту тему более говорить, потому что слишком много и слишком резко всего было сказано ранее на эту тему. I don't want to speak about it. И я тоже не хочу говорить об этом. Я уже много чего сказал. Он хороший тренер, у него отличная команда, и это прежде всего меня заботит. Если говорить об этом с внешнего какого-то уровня, то это, конечно, потрясающее противостояние Конте и Моуриньо. Это уже было в нынешнем сезоне, и это противостояние продолжится. Это не просто Жозе против Антонио, это настоящая фантастическая игра. Да, для Конте все было неплохо в последнее время. Победа над Вестбромом 3-0. Затем еще и обыгранный Халл в кубке 4-0. Ну и очень достойная игра против Барселоны в Лиге Чемпионов. Там, правда, ничья, но по-прежнему команда, что называется, в гонке. Мы должны сыграть с хорошим балансом, очень умно должны сыграть и противостоять контратаке Манчестер Юнайтед, в которой они большие мастера. Это важнейшая игра, которую мы должны прочувствовать с большим чувством. Ну а что касается Манчестер Юнайтед, то да, команда обыграла Хаддерсфилд и в Лиге, и в Кубке Англии. Но вот поражение от Ньюкасл стало уже пятым в нынешнем сезоне. Но тем не менее, команда идет на втором месте. Ну и тут случается выезд в Севилью, где только благодаря сумасшедшим спасениям Давида Де Хея удалось отстоять нули. Но за последние 10-15 лет, наверное, все привыкли, что Манчестер Юнайтед и Челси – это большие матчи. Сейчас немного другие обстоятельства, и это не матч за титул. Мы оба должны согласиться, что это не тот случай. Ну, как для наставников, так и для команд все решится на поле. По-прежнему покрыто туманом будущее Конте в Челси. Что касается Моуриньо, то этот всегда персонаж готов преподнести сюрпризы даже там, где их не ждут. Но, в общем, ожидается большая игра больших имен, больших игроков.